электромотор представляет пускозарядное устройство ДЭКа, модель, класс Booster 150A, производство Италия. Используется для запуска двигателя и для зарядки аккумулятора емкостью от 20 и до 200 ампер-часов. Подходит для всех видов батарей на 12 вольт. Потребляемая мощность от 300 до 1200 ватт. Вес равен 6 кг 500 грамм. Из особенностей можно выделить: защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от инверсии полярности, регулировка силы тока заряда, разъем подключения крокодил. На данном видео представлено: переключатель режима зарядки, медленный или быстрый заряд аккумулятора, амперметр, переключатель режима, зарядка или пуск. Компания «Электромотор» – признанный лидер в реализации электрооборудования. У нас всегда широкий выбор продукции компании «ДЭКа». Наш телефон 5-300-38, Киев.